Модный бренд «Фальконери» известен своим интересом к современному искусству. В этот раз в «Фальконери» Государственный Эрмитаж представит работы британского скульптора Тони Крейга. Tony Craig is the living Pablo Picasso. We are honored that he accepted to have us as a partner, the Falconeri brand, and to celebrate with us his great, great, beautiful exhibition at Hermitage Museum in St. Petersburg. What I wanted to do is present my work to a public that I'm assuming don't know my work. And it starts with some old works, even going back to the 70s and into the 80s. And it shows the origins of my work and how I've formulated my ideas and developed the themes, which more or less have been there for the last 45 years, from small things to larger things. Один из немногих людей, который имеет бриллиантовый знак художник в Эрмитаже. Он участвовал в нашей выставке в Венеции, так что он постоянно с нами, один из наших художников. Для меня это великий скульптор, с которым мы уже много лет общаемся. И, конечно, его вот эти вот завивающиеся формы, которые находятся между реальностью и абстракцией, они всегда будоражат. Это, в общем, ретроспектива работ, где есть и разные техники, и разные стили, и разные эмоции. Мне кажется, что самая интересная работа — это работа из стекла. И работа, которая непонятно на чем держится, она на самом деле про серьезные вещи, такие как гравитация, такие как устойчивость человека. И Тони говорит, что для человека всегда важно, вот как он ровно стоит, насколько он ровно держится. Его почерк и его работа, они настолько узнаваемы, что неважно, где ты их видишь, в какой коллекции, в каком музее, ты сразу понимаешь, что к этому предмету Тони Крейг прикладывал свой талант. Очень приятно, что у нас в России делаются подобные мероприятия. Я летела специально из Милана с недели моды, я бросила, не пошла, кстати, на показ Disquiet, я пропустила показ Armani. Я летела сюда всю ночь, и я ничуть не пожалела, в большом восторге. Как правильно про Тони сказал господин Петровский, что это человек, в руках которого оживает все материалы. Мне больше всего нравятся даже его не столько скульптурные работы, сколько эскизы. То, что показывает именно творческий полет мысли художника. И мне очень понравились, конечно, вещи из стекла. Вот это сочетание хрупкости и бесконечных возможностей материала, мне кажется, это вот про нашу жизнь. Это хрупкость человеческого существа и абсолютно безграничные возможности. Великолепный вечер, приятные люди. Я рада, что меня пригласили. Все так все красиво, модно. Сегодня получила и моральное, и эстетическое, и культурное удовольствие. Современные художники используют очень много компьютерные технологии. А вот Тони, он работает по старинке. И, наверное, в этом есть дух в его работах. И вообще он такой милый. Такой so sweet. Мне понравилась лодка. Вера сказала, что это лодка с гвоздями. Я сказала, что это лодка с множеством вопросительных знаков. Есть такой, не знаю, девиз. Do it with passion or not. То есть делай это со страстью, либо не делай вообще.
вот эта страсть, несмотря на то, что мастеру уже очень много лет, она очень чувствуется в его работах. Это вызывает большое уважение и интерес. As the modern art does, also Falconeri explores new forms, new fabric, new ways. So that's the clearest connection, searching for the beauty.